судя по астропрогнозам, которые кто-то верит, кто-то нет. Давно уже по городу, говорит, проснись, давно троллейбусы без троллей ходят. Я по городу не очень часто езжу, особенно на городском транспорте, забыл, когда передвигался. Поэтому... А как у них, магнитная какая-то? Наверное, аккумулятор. Тогда это уже не троллейбус. Ну, он с троллеями, а ездит там, где маршрут есть, но не проложены провода. И он ездит на там. Вот, кстати, 21-й, он туда идет, где он там, Лещинского. И там, где нет проводов, он туда, в тот район, вот на Казимировскую, туда, он мимо этого мега идет, мега-центра туда. Он без этих троллей. Да, да. Вот такие столбы стоят, но не подключены. Они протянуты еще троллей эти. Ветка троллейбусная, это провода питающие. В троллей чешут туда. Людей возят. Я-то и не видел, я видел обычный троллейбус, а что там. Ну, в пригородах вот довольно часто они ходят там, я смотрю. Их много. И опущенные рога. Рядом железная дорога, натыканы дома. Все, мы на Гродненской трассе. Четверг, 4 апреля. Погода. Нормальная погода. 0 градусов. Прохладно.
снег, снег, смотри, как лежит красиво на елках, да? Конкретно, как зимняя сказка. И тут и все зеленое уже начало просыпаться.